Обеспечение безопасности на улицах Иркутска – их работа. Сегодня сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник – 97 лет со дня основания патрульно-постовой службы России. Наш корреспондент Данил Седов решил провести этот день с работником ППС и выяснить все тонкости этой непростой профессии. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! С этих слов начинается каждый рабочий день сотрудника полиции. Перед тем, как выехать на патрулирование улиц Иркутска, сотрудники получают оружие и необходимую информацию о тех, кто находится в розыске. Дмитрий Ковков – один из тех, кто следит за соблюдением закона в городе. Уже 4 года мужчина носит жетон сотрудника ППС. Изначально как-то стремился к такому роду деятельности, как защищать, оберегать как-то мужскую специальность, искал себе, сходил в армию, с армии пришел и уже целенаправленно выбрал госслужбу, органы внутренних дел. Дел по службе у Дмитрия хватает. За его экипажем закреплен Кировский район Иркутска. В течение дня сотрудники патрулируют все улицы, парки, скверы и дворы территории, на которой они работают. Но бывают и такие дни, когда приходится экстренно выезжать в другую часть города. Нас могут задействовать на помощь нашим же сотрудникам, нашему же экипажу, если тот экипаж не справляется с своей деятельностью. То есть при задержании каких-то людей, которые совершили какое-то преступление, еще что-то. То есть да, конечно, мы выезжаем на помощь. Даже сотрудникам ДПС также выезжаем на помощь охранному агентству АВО. За один день экипаж в среднем выезжает на 15 вызовов. Случаются и аресты. Среди задержанных попадаются люди в сильном алкогольном опьянении, а также лица без определенного места жительства. Поэтому салоны автомобилей оснащены вентиляционной системой и вытяжками. А сами машины, хоть и не новые, но очень надежные. Зачастую самые напряженные дни – это выходные дни и праздники. Тем более, если погода позволяет, можно через каждую лавочку заметить лиц, которые распивают спиртные напитки. Всего же в подразделениях ППС региона служат порядка 1000 человек. Их задача проста и сложна одновременно – защищать простых граждан. Так, например, за 2019 год сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли более 500 преступлений. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.